Всем ниха, мои дорогие папищики, сегодня мы готовим мисо суп, это традиционный японский суп, который поможет нам обрести бессмертие. Для этого нам нужен лук, морковь, пак чой и красный риба. Когда вода закипит, кидаем туди лук и морковь, немножко ждем. Потом добавляем туда нашу рыбу, конкретно у мини лосос. Тунечики всегда лучше, но все-таки сегодня будет лососики гореть им в аду. Вот такая у мини мисо паста прямиком из Японии, говорят, ее сделал сам сенсей Трунь-сан. Разводим мисо пасту в бульончике нашего супа. Снимаем суп с плёта и добавляем туда нашу разведенную мисо-пасту. Самое главное, не кипятить ее, а то всем будет жопа. Потом добавляем листья нори и зеленый лук, и все готово. Посмотрите, какой шедевральный обед у нас получился. По законам древней Японии, кто плохо сварил суп, тот должен сделать харакири, поэтому постарайтесь повторить мой гайд, и вам не придется такое совершать. Всем аригато за просмотр, ваш дорогой друг сенсей Срунпунь-сан.